Друзья, всем привет! Привет из Праги, привет всем-всем-всем! Сегодня мы приехали на станцию метро Народный 3, да, как-то так, если неправильно, извините. И мы сегодня приехали к памятнику Франца Кафке. Простите меня, все фанаты Кафки, я попробовала его почитать. Лично я его не смогла почитать, я его не понимаю. Но вот то, что вы сейчас увидите, лично для меня это какой-то шедевр архитектурной работы. Давайте посмотрим. Круто! Здесь очень много лестниц. Дорогие друзья, сегодня третий день пребывания в Праге. На пражской земле. И вы знаете, с каждым днем по лестницам все тяжелее и тяжелее ходить. Вот сейчас прям ноги еле идут. Ай, ну это же фитнес, ты же сама говорила. Фитнес! Ладно, в общем, смотрим все дальше. Тяжелее, музычка. Мне тяжело поднимать ноги. Хотя здесь не крутые ступеньки. Здесь очень высокая стена, я даже сам ничего не вижу. На своих коротких таксовских лапках. Фух. Наверное, он не захотел сниматься. Он стеснительный. Он стеснительный. Но это стеснение, этот камень стеснения разбивает парочка, десяток, как они называют? Как это денежки называются? Кроны. Кроны. Грин, колхозник. Так, тут, наверное, очередь на вход, я не помню. Билет на покупание. Друзья, мы в Пражском граде. Там подробная схема, самые интересные места. Там прописано все на многих языках, в том числе на русском. Очень все здорово, все понятно. Сейчас пойдем гулять. И вы вместе с нами, как всегда. It's after the rain, yeah. Yes. No, why? Давай быстрее иди. Да можно у тебя снова? Даже не знаю. Не знаю, мне жарко.
А знаешь что, мы даже ни разу не проверили, как у вас звук записывается вообще. Вообще, да. О, можно купить новогодние игрушки. Давайте щелкну. Весьма актуально на сегодняшний день. Актуально, да, на конец мая. Ну, зато там, наверное, потом народу в этом магазине перед Новым годом. О, золотая улочка. Мы ее нашли, мы до нее дошли. О. Там заворотинка какая-то. Пойдем? Ну, давай золотые улочки посмотрим. А это, кстати, это она и есть, что ли? Нет. Ну, да. Это а, вот. Вот. Вот, дверь золотые улочки. Че, Анку пулеметчицу давай засними. Давай. Ну так, стой. Гоу, пошли посмотрим, что там. Пойдем, можно или нельзя? Да можем. Если что, билет показываешь, да, да. Скажешь типа ноу-ноу-ноу-ноу-ноу-ноу, значит. Хорошо, есть. Окей. Здесь это все можно купить. Прикольно. И недешево. 7000. Вот, смотри. Ну, да, это уже поприкольнее, конечно. Прикольно. Полезный стул, который садимся. Полагаю, это да, пыточная. Тут шипы, тут растягивать. Жуть. Вау. О, вот это уже поприкольно. Здесь не хватает кузнеца. Угу. Блин, как в этом во всем неудобно, мне кажется, ужас. Так это тяжело. О, смотри.
Такая маленькая квартирка. Да. Кухонька, спаленка. Прям барби сайз. Да, кстати. Что-то, неужели женщины такие маленькие были? Посмотри, какое все крошечное. Да? Ну да. Вообще прям... What's up here? Wait. Давай зайдем. Давай. Тоже продается всякие подборы. Не хочешь такую закладку, Анька, для книжки? Я ж не читаю. Ну, такая рука прикольная. Takže on ještě do toho měl trest, prostě mamaříka vůbec, že vůbec tahat někam, vole, chlasta. Prej, on prej. Ty nechali rokový pásby a tyhle, ty jako všechny možný akce rockerský, prej, a na to nejsem, to jsem z toho zblázně. Prej, jestli ti bude tahat nějaký kvíle akce, tak na to seru, mamaříka, ty z toho tady. Taká boltucha, vlastně. Действующий кран. Здесь люди пьют, наверное. Я бы не стала. Гоу. О, открыточки всякие. Мне нравится слово сейл. Ага, распродажа. Hello. Hello. Kdyby něco volej o pomoc? Dobrý. Holky zavolej třeba, nebo něco takového. O SOS. Mayday, mayday. Столовка. Все такое брутальное, да? Побольше квартирка. Да. Лёшка в центре. Не говори. Ну, Юрик. Да, не говори. Слушай, ну вот и конец золотой улочки-то. Всё, что ли? Ну, да. Ну, пошли дальше, что посмотрим, что там дальше. А где дальше-то там? То есть это и выход, и всё? Это... Да нет, ну просто я не помню, где там ещё чего. А вон вниз пошли. Вот, тройка. О, романтик. Давай, зайдем. Просто если это вот это за 250 крон, то мало. На пленка. Дэдпул. Уже вышел. Сегодня 17-е? Значит, сегодня премьера. Да. Мне прям интересно, интересно. Ну, эксит написано. Да что ты? Все, что ли? Вот это все. Сейчас золотая улочка. Посмотри, что на билетах. На билетах что у нас? Я не верю, что это все. Главное, чтобы нас из этого такой же скелет не сделали. Пошли, подожди, здесь глянем. О, опять пытки. Железная маска. Ну-ка. Что-то я не вижу там ничего. Там шипы. Давай я подсвечу. Да, шипы есть. Да, вот шипы, видите? И мы их видим. Я на ней попал туда я.
Ох ты ж. Думала, тут огонь должен идти. А? Я думала, тут огонь. Обалдеть. Да. Очень жаль, очень красиво, но очень жаль, что идет вот такая штука. Реконструкция получается. Ну, здесь вода. Округ Б. А это какой округ? Не написано. Сейчас спросим, входит, не входит. Да, проходите, конечно. Это номер третий, да. Спасибо. Спасибо большое. И там картина, да. На этом... Здесь у вас четыре места, да. Третий здесь. Первый – это Королевский дворец здесь, налево. Пятый – вниз. Годы, золотая улочка. Да, вот мы ее только посмотрели. Мы это Кафедральный собор. У вас здесь, карта, да. Мы сейчас здесь, да. Номер пятый – золотая улочка здесь. Есть, да. Номер восьмой – Кафедральный собор. Здесь вход. А Роял – Королевский дворец. Это здесь, да. Спасибо большое. Спасибо. Давай. За 10 крон. Вон она. Чуточки давай. Хочешь попить? Нет, я, блин, боюсь. Понятно. Потом будет плохо. А я попью чуточки. Ты прям можешь глоточек. Чешской воды. Из-под крана. Из-под чешского крана.
Я думала, это что-то Winterfell. Смотри, там видишь, Winter Season. А что такое Winter? Зима. Зима. Ну, что-то Winter Season. Сезон. Сезоны. Зимний сезон. Сезоны. Ну. Пошли посмотрим. О, смотри, как круто даже. О, да. Смотри, какие эти сидят там, видишь, увеличили летучие мыши эти, как их? Да. Как они правильно называются, Сашка еще говорила. Горгули какие? Горгули, да-да-да-да-да. Я так полагаю, это они. Может быть. Не буду я спорить с вами, с девочками. Но это тоже второе, Димас. А, да? А, нет, первое. Первое, мы можем сюда пойти. О, идем, значит. Здесь народу много. Знаешь, это как Новославская площадь, нормально. Но это мой любимый замок. Однозначно. Собор. Это собор, наверное. Это замок графа Дракулы. Все, точка. Да. Такая, знаешь, европейская резиденция графа Дракулы. Thank you.
место. Очень красиво. Что скажешь, что кого? Даже не знаю. Такой восторг, у меня слов не хватает. Очень красиво, очень все масштабно. Ну ты вообще что, советуешь сюда ехать или нет? Или так себе, можно не ехать? Однозначно ехать. Вот. Очень много слов. Вот. 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 Что ты, ну вывод какой-нибудь. Ну, я не могу сейчас сформулировать мысли, потому что просто зашкаливает от впечатлений. Зашкаливает? Ну ладно. Зашкаливает, да. Ну ладно, раз зашкаливает. От впечатлений у него зашкаливает, вот смотрите. Тут можно либо наверх, либо вниз спускать. Спрыгнуть. Прыгать, я думаю, не надо. Там лестница снимет. О, что, пойдем вниз тогда? Нам надо к фуникулеру. Ну, мы идем вообще в ту сторону. Сейчас я поглазею. Ну так нам надо идти. Туда. Нам вон туда надо идти. Ну. Значит, да, надо спускаться. Диман, слушай, а у меня, знаешь, у меня какая мысль пришла? А это не то место, куда мы приехали в первый день и не пошли, потому что... Да, мы очень куча народу было. Да, да. Только мы с другой стороны. Да, с другой стороны. Были. Так оно и есть, я так тебе и сказал, как когда мы заходили. Что это за китайский донор? Вот, мы его обогнули. Я тебе еще говорю, смотри, какой резной он весь.
Вот все, мы побывали в нем. Я уже потом, попозже понял сам. Слушай, ну там вообще очередь была нереальная, видишь? Когда мы первый раз пришли. Ну, ребята, тут, получается, есть два входа, надо идти со второго, не с первого. Ну, во-первых, мы в тот раз были там, блин, ближе к двум часам, или к часу. Ну, и мы вообще... А здесь мы были с тобой в 10 утра. Ой, смотри, как робот, робот этот, пылесос. Косилка. Европа, друзья, это Европа. Это как в Японии, только в Европе. Да, точно. В Японии мы не были, конечно, но очень хорошо, много хорошего слышано на ней. Так. Сейчас нас выходим. Шмалать. Нет, это не выход, уже не будет. Вот мы улыбнулись, мы, в общем, катаемся на фуникулёре. Это не вижу, что получится, вообще прям супер-пупер. Очень много народу. А, ну, нас это не останавливает. Главное, чтобы дождя не было. В общем, немножко шумно, может быть, возможно, никого не слышно, но это не важно. Смотрим и любуемся видами Праги. На фуникулёре на Петерши сады, извините, если неправильно говорю. Одна из достопримечательностей – это, ну, якобы копия парижской Эйфелевой башни. Ну и, естественно, это одна из, ну, наверное, это самая высокая точка, с которой можно смотреть на город, на Прагу. Я думаю, там просто фантастическая какая-то панорама, но мы туда не будем подниматься. Потому что туда очень много народу, деток. Вот, они шумные, сами знаете, ну нафиг. Тоже здесь замочки вешают. Люди тоже себя любят друг друга. Да. Че, где мы находимся? Возле театра. Народного. Народного. Ёлки-палки, Ань, ну ты болтуха вообще, я худею. Народный театр. Ладно, сейчас мы подальше отойдем, чтобы заснять его получше. Сейчас как бы мы прям под ним. Ну, в общем, там, чуть подальше, вон там. Там этот Карлов мост знаменитый. Я думаю, мы сейчас к нему подойдем и еще раз снимем, как всегда. А так мы подошли, конечно, посмотреть этот театр народный. Довольно-таки тоже архитектурно красивое здание. Там, в общем, такая золотая корона. Ну, это, короче, крутое здание. Как и все в Праге здания крутые, ну, большинство. Да, большинство. Вот там вдалеке Эйфелева типа башня. О, смотрите, где мы были уже сегодня. Смотрите, как далеко ушли. А вот где еще? И где, да, вот и граф Дракула, этот замок, это тоже очень далеко. Сколько мы пешкодрафили, так сказать. Вот смотрите, все это сделано пешком, как бы за времени 6 часов, можно сказать, чуть поменьше пока. А, нет, время 3:30, в 9 часов с дома вышли. Нормально. То есть, в принципе, Прагу за двое суток реально посмотреть. Да, есть же экскурсия, однодневная Прага, трехдневная, а у нас 10 дней, друзья, мы, наверное, ее вдоль и поперек. По-любому. Мне тут
здание, кстати, вообще здание непонятно. Вон то. Стекла. Вот это такое стекло. Брутально. Коняшечки такие красивые. Ну мы пошли туда, да? По набережной. Ну, в общем, здесь его получше видно, это здание. На тачке парень даже не поехал, пока я фоткала, представляешь? Да, я, кстати, видел, я еще такой думаю, что он не едет. Блин, ну вообще, у меня слов нет. Это просто фантастика. Не, может, он, конечно, призадумался, но я думаю, буду думать, что он дал мне возможность сфотографировать. Мне так хочется думать. Так, какая везде, я не могу. Что ты меня снимаешь? У меня нету слов описать, в каком я восторге. Да я уже понял, что ты не можешь ничего сказать. Это настолько круто, настолько красиво. Бочка жевательных конфет разных, в общем, зефира, в общем, различных сладостей. За бешеное бабло, наверное. Ну. Ой, макарошки. Такие, такие, вот такие. Любые здесь целыми бочками, бочками целыми. Смотрите, огромная кока-кола, маленькая кока-кола, губы, не губы, всякая другая ерунда, маленькие перепелиные яйца, различные кокунаты какие-то, черви, дельфины, шарики, козлиные котятечки, малина, лягушки, жабы, змеи, другая какая-то приблуда, раковина огромная, не является конфетой, ну, в общем, кусочки пиццы. Кусочки пиццы, вы гляньте, только целыми, хотел проверить, оно там все слипалось, черное что-то, это челюсти вампира Дракулы, мячики, ух ты ж, давайте посмотрим, это обман, здесь не целая, бочка, они выложены на бочку. Я знал в этом подвох, я прям знал, я разгадал, зовите меня. Димка Холмс. Змеи. Еще одни змеи. Самое забавное, что эти жевательные конфеты за 1 килограмм 800 крон. 800 крон, чтобы вы понимали, это умножая на 3, это следовательно 1000 КУ. 2 на 3, да, умножаем? Да. Это получается 2400. 2400 за килограмм жевательных конфет. Рехнуться можно. Вот такой я жмот. Не купил ничего. Просто вышел. Посмотрели и ушли. Мне кажется... Oh, not on this thing. Thank you very much.
Прикинулся американцем, да, красава. Да, если вы что-то, вам что-то предлагают и вы хотите отмазаться, гоните, что вы друг на другом языке. О, Music Club, давай зайдем, посмотрим. Шанс есть. А, это ж клуб. Закрытый, наверное, спин. Это отель. Опять обман. Вот эти мальчики, они что-то... Ну, попробуем обязательно. Да. Мы попробуем эти прикольные вафельки. А что за уродушек? О, опять что-то. Black Light Theater. То есть черный свет театр. Черного света. Цвета. Все нормально, мать. Как радует же все же идти по такой чудесной улице с кучей народу по узким улочкам. Но самое главное. Это не дождя. Нет дождя. Мы вчера просто вымокли в хлам. Боялись, что заболеем. Но с вашими молитвами. Все обошлось. За то, что вы за нас держите. И за то, что мы сами за себя друг друга держим с Анькой. А мы в первую очередь за друг друга держимся. Мы не заболели. Это самое главное. О, все то, что мы любим. Пошли посмотрим. Всякая дьявольщина. А может, как все это же Фредди Крюгер. О, а там обычные кружки. Обман. Замануха для таких, как я. Пойдем посмотрим, там Новый год. Там Новый год, давай. Да, прикольно. О, он не запрещен.